С 15 октября стартовала запись детей в первый класс через единый портал образовательных услуг. Прием заявлений пройдет в два этапа. Сейчас идет запись в 11 учебных заведений. Это школы 1, 5, 17, 21, 25, 31, а также Саха-политехнический лицей, Якутская городская национальная, городская классическая, Саха-гимназия и Саха-корейская школа. С 15 ноября в эксперимент включатся и остальные школы. Таким образом, родители могут подать заявление через интернет, не выходя из дома, либо обратиться в один из филиалов МФЦ. Также заявление можно отправить и по почте. Через портал образовательных услуг подают заявление в первый класс по месту регистрации в той школу, которую они выбрали, где они проживают. Сегодня, вот, скажем так, очень многие родители подают заявление через МФЦ. В каждом офисе есть представители управления образования, которые в случае появления каких-то вопросов смогут оказать помощь населению, горожанам для того, чтобы вот правильно оформить это заявление.